Ну ладно, в очередной раз пройдемся по нашим дивным тараканам. Ну вот. Сейчас машина сюда, наверное, поедет. А то без документов ехать-то как-то не сильно хорошо получается, да? Ну вот. Какая машина? А какая машина будет чуть-чуть позже? Я сейчас просто расскажу, почему вы новых машин до сих пор не видите. Почему вы их до сих пор не видите? Хотя, в принципе, мы не будем говорить, что в Магнитогорске у нас какой-то кризис. Нет, кризиса никакого не существует в природе. По одной простой причине. Магнитогорцы ездят на Феррари, магнитогорцы ездят на Поршах. Магнитогорцы в большом количестве покупают новые автомобили. А вы не знаете, а я вам скажу, что так оно и есть. По одной простой причине. Вы посмотрите на машины, которые по городу ездят. Сейчас я просто объясню, почему вы можете убедиться в этом количестве автомобилей, которые ездят по городу. Очень все просто. То есть, если мы будем говорить о наших слогах, которые расположены на номерах, то есть, по сути событий, это все-таки мы говорим, что это латиница. То есть, вы же там буковку L не видите, да? Нет, не видите. Буковку I тоже вы не видите. Да что это такое, да? А мягкий знак видите? Нет. А букву Ш, Щ тоже нету. Да что же вы говорите? А Ё? Нет. Ай-яй-яй. А Б? Тоже нету. Вах, вах, вах. То есть мы говорим о том, что мы пишем по латинице. Именно поэтому мы можем говорить, что сейчас время такое. То есть Т закончилось, Х начинается. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Представляете, если мы перешли на латинский алфавит, сколько можно было бы восстанавливать еще 74 номера? А сейчас уже 174 номера закончились, и вы можете посмотреть, если уже Х, то это машина этого года. После Х ничего нету. После Х идет там. Но это уже другая серия. То есть вы смотрите на машины и видите, что все люди ездят на новых автомобилях. Я не буду говорить, как они это дело покупают. Я буду говорить о том, куда люди залазят. Естественно, в кредит. Почему нет? То есть они покупают машины в кредит и ездят дальше. То есть, к сожалению, те люди, которые эти машины продают, со мной как бы не разговаривают. Я не знаю, почему они со мной так не разговаривают. Хотя я бы мог то же самое вам показать. То есть объяснить, что в принципе есть и новые машины. Есть новые машины, в принципе, достаточно хорошие. К сожалению, это, конечно, не те машины. Последняя машина, которая была из разряда очень хороших машин, она закончилась в 98 году. Я ездил на Форде, ну, это уже был не Форд, это был... Форды, конечно, и хорошо, и до сих пор работают те, что сделаны по Америке. А это был последний Mercedes-Benz, 140-й, S600. Есть такая у меня машина, очень хорошая машина. Вот. Изумительная машина, естественно. Но ездить на такой... Проблема с нашим дивным налогом. То есть 62 тысячи платить — это как бы геморройчик, да? Поэтому ничего страшного. Я ее снял с учета. Естественно, он постоит до того момента, когда у людей воткнется все в голове. Вот, и купит его. То есть вот тут одна из таких технологий. И сейчас на какой машине мы едем? Мы едем на Skoda Fabia. К сожалению, немножко дорога чуть-чуть стала другой, поэтому немножко будет потрясок, но ничего сложного. То есть машина, вот именно эта, это изумительная машина, потому что в эту машину вложились людьми своими руками. Представляете, если вы покупаете стандартный автомобиль, их много, 99%, ой, даже 99,99% это все стандартные машины. То есть они идут на конвейере. Все это дело прикручивается, и есть такая штука под названием пневмомашинка, которая закручивает саморезы и все остальное. Может быть, данная машина сделана и лично своими руками, я просто это дело видел. То есть ее сделали супер. Цена вопроса данной машинки всего 375 тысяч рублей. Ну, вы можете еще поторговаться. Представляете, взять себе практически изумительная новая машина. Ну, супер, конечно, суперовская машина. Почему бы и нет? И ездить дальше. Цена вопроса. Ну, копейки. Действительно, копейки. Багажник, ну, посмотрите. Там, конечно, машина комби, да? Но комби и универсал, там разница, ну, грубо говоря, там, ну, полметра максимум. Это еще хорошо, если будет такой универсал, как у меня, с полуметровой разницей. А так, ну, стандартный комби, положить сюда можно все, что угодно, ездить на это. Но вы прекрасно понимаете, да, мы сейчас едем по не самой хорошей дороге. Хотелось бы, конечно, дорогу лучше. Ни изумительности, ни подвески, ни трещинки, ничего нету. Ну, что не за машина? Пробег вообще никакой, пробег 50 тысяч километров. Но если мы не говорим, что тут еще на 50 тысяч, а может быть еще на 150 вы на этой машине можете ездить. Никаких проблем у вас нету. Ездите, с удовольствием получайте.
Теперь вопрос где? Вот и в итоге я вам покажу тот самый адресочек. Вы по нему, естественно, позвоните. Вы посмотрите, что это за машина. Я вам скажу, что... Вы мне дайте, пожалуйста, те самые деньги, да? То есть вы даже верните мне то, что я заработал, понимаете? Я просто сделал на один кредитный потребительский кооператив материальчик. Поверьте мне, они со мной не рассчитались. Если бы они со мной рассчитались, я бы сейчас пошел бы и купил себе такую машину. Не автомат, здесь механочка. 1.4 двигателя. 85 кб. Ну что не ехать машинам? Очароваха! Вот и все. А об том, что я вам говорил, что гораздо проще сейчас купить автомобильчики бэушки. Может быть, даже их, может быть, где-то что-то немножко шоркнули. Ничего сложного. У нас, вы знаете, есть люди, которые машины делают изумительно. И они просто изумительно смотрятся. И ощущение такое же. То есть, я не знаю, смысл вам покупать новый автомобиль, когда за сумму нового автомобиля вы себе можете купить такой автомобиль, отдохнуть хорошо. И я так понимаю, что в пятизвездочном отеле, и я так понимаю, что это, скорее всего, будет там, где All Stars, то есть Five Stars, maybe еще и круче. Чего не жить-то? Да еще и на телевизор не на один останется. Хорошая машина? Во! Офигенная машина!